Поставляем с помощью латера 24 вольта переменного напряжения. И с помощью указателя напряжения инвертор проверяем на проводах напряжение. Вот видите, горит 24. Световая индикация 24 вольта. Минус показывает, что это перемена напряжения. Далее увеличим напряжение до 220 вольт. Загорелся второй индикатор 220, что говорит о присутствии напряжения 220. Ну, если дальше поднимать напряжение.